парней. Это положило ему. Если бы была ниточка и потянули бы, получается бы они бы за ней убежали и укусили бы. Потянется кто-нибудь его, а не его. Кто смелый есть? Артём, конечно же. Его ведь его уже не укусили. Вот так он с палкой, конечно. Нет. Я вам просто покажу, смотри, охраняй. Смотри, как они будут делать. Видишь, как он ходит? Лежи. Верно. Почему даже... Лежи. Почему даже вам не разрешают? Ну что, что команда дадена, деревня должна быть взядена. Все понятно. Охранники деревни. А вот куда мы отменяем еще команду? Фу! Все. А мы забрать. Понял? Охраняй. Уже охраняй. Фу! Фу! Охраняй. Опасненько. Стой. Лежи. Сиди. Лежи. Верно. Ползи. Лежи. Ползи. 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 Шарик вообще ползать умеет. Шарик, он интересно ползает. Он так у него сзади. Ураган, куда пошел? Рядом. Верно. Лежи. Место. Место. Ураган. 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 Ну-ка, змейка. 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 Рядом. Хорошо. Охраняй. Хорошо. Он может этой стороны ходить. Может другой. Рядом. Может этой. Может задом. Рядом. 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 Вот, можешь поворачиваться. Рядом. 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 Ну. Хорошо. Рядом. Они еще вот так вот могут делать. Рядом. Сидеть. Заяц. Заяц. Вот заяц. Заяц. Хорошо. Заяц. Хорошо. О, ураган уже старенький, долго не может. Верно. Заяц. 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 Прикольный, да? Верно. Ураган. Верно. Уже убежали. Ну давай еще попрыгай. Иди ко мне, ураган. Фу, фу. Ко мне. Ураган. Дай. 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 Значу место, сейчас подзову им, потом скажу на место, они должны туда же убежать, я не знаю. Могу жестом поблагодарить, голосом.
они обратно уйдут? Вы можете показать, чтобы они обратно ушли? Могу. Да? Рядом. Сейчас покажу. Место. Прямо место. Вот где лежали, там припарковали. Хорошо, нет. Такое же место, видать, нет еще. Вот, еще я могу. Есть такая команда, называется Апорт. Апорт обожаю. Да. Же... У меня сегодня будет две собачки по имени Женя и Артем. А ты знаешь, что такое Апорт? Угу. Я им сегодня кидал. Вот. Я им говорила Апорт. У меня две собачки. Но вдвоем они подерутся из-за Апорта, я им поэтому... Рядом. Апорт. Тяжелые. Рядом. Удивительно, тяжелые. Сидеть. Вчера сюда. Сидеть, ураган. Апорт. Ураган, а то. Апорт! Сразу грызет ее. Апорт! Грызли. Нямка, нямка. Забрали конфетку. Апорт. Сидеть. Ай, комар за папу укусил. Дай. Хорошо. Рядом. Сидеть. Апорт. Апорт. Держать. Сидеть, держать. Вот они могут держать. Они могут вместе привести? Ну, не знаю, сейчас попробую. Апорт. Ух ты. Сидеть. Дай. Рядом. Держать. Сейчас попробуем, чтобы они подержать. Держать. Ну, смотрите внимательно. Фу! Апорт. Фу! Верно. Апорт. Верно. Иди поиграй. Апорт. Ой. Это точно так же ребятишки без присмотра. Собачьи бои. Апорт. Фу! Рядом. И все за этим стоят труды и труды. Не думайте так просто. Да, труд, конечно. Еще они могут вещи выбирать. Рядом. Что они умеют? Вот, вот возьмите каждый по щепочке. По щепочке, да. Вот, по щепочке. Бежите. Ничего, я прикрываюсь палкой. А то сейчас пошли кого-то. По две возьмите, по две. Я две взял. Огромный лист. Вот, ну надо, чтобы она где-то вот такая вот была и вот. У меня вот. Ну это вот большая, чтобы она поднять могла. Вот. Поуже. Поуже, поуже. Вот, так, вот такие. Ну надо вот или палочки, палочки такие вот. Знаешь, я, наверное, сейчас вам палочки начинаю. Давайте на палочки лучше. Так, на место положите, на место. На место. Сидеть. Давайте, всем по две. По три? Вы их так вот сейчас отберите и руками вот так вот натирайте, чтобы запах ваш остался. Как? Две вот так подберите, типа? Да. И да. А, они сейчас... А, я понял, чуйку будет сейчас тренировать. Да, да, и вторую, да. Вот вторую тоже. Так же руками. Сейчас положу. У меня все готово. Давай вторую же. Не, надо минуту натирать. Это минуту натирать. Вы скажете, когда минуту будет? Так. Две... Вот так натирать вот. Минуту, да? Да.
Ну это 30 секунд получается по одной. И... Нет, каждую минуту. Каждую, надо. 2 минуты. А, каждую по 2 минуты? Ну ты одну пока подмышку одной. Возьми, а другую натирай. Подмышку возьми одну. Вот, и вторую натирай. Да. Вернишку. Покрепче. 30 минут пошла. Натираю. Молодцы. Надо было дальше траву кинуть, крапиву, чтобы они там крапили. Интересно, как они все появились, конечно. Жена. Вот. Сейчас смотри. Мини-цирк. Вот, будем искать твой запах, Кирилл. Мой? Да? Да. Я Егор. Да, Егор. Я тебя проверю, пока не забуду. Я в компьютере не сижу. Вот. Теперь смотри. Можно потом я? Да, нет, нет. Теперь смотрите, ваши палки будут лежать, ну, как отвлекающие. То есть он должен среди ваших найти вот палку Егора. Значит, смотри, Миша, иди ложи вот так вот. Куда это не палки. Миша, это Женя. Женя, иди. Давай. Угу. Вот так. Шире, положи. Шире, положи. Да, шире, положи. Шире. Положи, да. Ага. Теперь ты ложи одну свою палку сюда вот. Угу. Все. А я? А одну ложи вот сюда. А я? А ты две сюда. Все. Сейчас мы давайте проверим. Если они сейчас не найдут, то рядом. Рядом. Сидеть. Сиди, нюхай. Вот. Какую она сейчас палку должна выбрать? Ну, вторую твою, да? Покажи, где твоя. А? Где ты это? Вот это? Где-то здесь. Да вот она, вот она. Найди пальцем. Вот она, вот она. Вот. Ну вот, дядя Володя показал. Покажи пальцем, покажи. Да. Ищи. Нюхается, нюхается. Ой, да, все найти. Ищи. Сейчас капюшончик одену, чтобы комары не видели. Ищи. Хорошо. О, нашел. Хорошо. Хорошо. Это ураган или верный? Верный. Давай, рядом. Сиди. Ураган, значит, сиди. А, еще посмотри, как у меня как урагана проверим. Так, иди, они. Вот на ладошке. Что, ты хочешь только свои поиски? Ну ладно, спасибо. Ну давай, твои. Давайте сейчас только свои раскладывать буду. Давайте. Куда именно? Я и свои потом. Ложи. Давайте вот сюда, значит. Этот чужие не бери, лапы, не лапы. Зачем ты чужую лапу? Ладно, вот сюда. Собьется. Ну. Ну давай, ложи. Мне-то, мне-то нюхать-то давай. Одну палочку возьми. Ну сюда, рядышком. Сидеть. Нюхай. Не знаю, что у меня заснимется. Да, темно как-то. Темно. Да, уже открывается. Ищи. Нет. Ошибся. Торопится.
Нет. Что-то именно тут пропускать не нюхается даже. Иди ко мне, старый двоечник. Иди. Двойка. Нюхай. Ты просто мало натирал. Да, наверное, мало натирал. Там запах, наверное, самой деревяшки перебивает. Сейчас раз его за ногу. Поймал. Владимир Ильич, наверное, у него кожа у меня. Ищи. Двоечник. Двойка тебе, если не найдешь. Нет, плохо, плохо. Ты не тирал. Перетирай, Артем. Быстро. Так, ну ладно, слава богу, за все. Сидеть.